Агропромышленный комплекс Дона показал положительную динамику с ростом в 0,5%. Об этом рассказал первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров на встрече с журналистами. Замглавы региона подвел итоги первого полугодия развития АПК и напомнил о рекордном сборе зерновых, а также выразил благодарность донским хлеборобам. Это исторический результат, это лучший результат за всю историю не только Ростовской области, но и России. Это лучший результат Российской Федерации. При этом мы валовый сбор у нас больше на 35 тысяч тонн, чем был в 2017 рекордном году. По словам Виктора Гончарова, одним из важных факторов, способствующих такому результату, стала постоянная господдержка. На нее в этом году выделено более 6 миллиардов рублей, в том числе около 2,5 миллиардов из областной казны. Увеличились показатели и в других сферах. Так, производство мяса выросло почти на 40%, молока на 5%, переработка рыбы на 21,5%, а пищевая и перерабатывающая промышленность увеличена почти на 139% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Важное значение имеет, конечно, для нас и комплексная программа комплексного развития сельских территорий, на которую выделено 1,4 миллиарда рублей, причем 922 миллиона из этой суммы выделены из регионального бюджета. На сегодня до получателей господдержки доведены более 2 миллиардов рублей. Кроме того, продолжается льготное кредитование аграриев. Так, с начала года выдано краткосрочных кредитов на сумму почти 11 миллиардов рублей и инвестиционных кредитов свыше 4 миллиардов.